чтобы немножко... Спасибо. Чтобы немножко повеселее было, праздник все-таки, значит. Я скажу, я нашел одну песню про контрразведку, веселую. Но доложу я вам, как офицер контрразведки, бывший. Там описана операция в юмористическом тоне. Операция, которая сплошь и рядом, значит, называлась она «Подстава». Ну, вы поймете, почему, значит. И песня вам известна наверняка по 60-м годам Владимира Семеновича Высоцкого. Но надо же, вот ни одной песни про контрразведку нет. А зря. Может, потому что мы... Вот про разведчиков там романтика. Там... Ну, разведчик всегда романтический фильм. Про контрразведку «Тишина». Хотя она на свет появилась в незапамятные времена вместе с разведкой. Контрразведка занимается тем, что ловит шпионов, просто говоря, вражеских. И заодно пособников, которые здесь сидят, там, да везде. Только она называется, в Америке называется ФБР. Ну, вот там ГАЛ, ДЕЛЬТА. А у нас просто второе главное управление КГБ СССР, контрразведка страны. И песен не писали, работа-то рутинная, в общем. Хотя, да, ребята гибли на заданиях при захватах. Валютчиками боролись, валютчики убивали... Шли на смертоубийство сотрудников госбезопасности очень просто. Были, но они малоизвестны кому, памятников не ставят, контрразведчикам. Работа, как говорил мой первоначальник отделения, у чекиста, говорит, оружие его основное, блокнот и авторучка. И вот это вот, что здесь там у него еще. Соображай и думай, смотри, анализируй, думай. Ничуть не умаляет, это безопасность страны. И внутренне, и внешне заодно. Но песен не написали. Скромничали как-то везде, в тени. Контрразведка всегда в тени, работает незаметно. Разведка как-то в последнее время стала вот она открытая. Все пишут. Ну а здесь о чекистской операции. Песня Владимира Семеновича Высоцкого. Опасаясь контрразведки, избегая жизни светской, под английским псевдонимом мистер Джон Ланкастер Пек, вечно в кожаных перчатках, чтоб не делать отпечатков, жил у гостиницы советской, несоветский человек. Джон Ланкастер в одиночку, преимущественно ночью, чем ты щелкал, в чем был спрятан инфракрасный объектив, а потом в нормальном свете приставало в черном цвете все, что ценим мы и любим, чем гордится коллектив. Вот, например, клуб на улице Нагорной стал общественной уборной. Наш родной центральный рынок стал похож на грязный склад. Искаженный микропленкой гум стал маленькой избенкой. И уж вспомнить неприлично, чем там стал театр МХАТ. Но работать без подручных может скучно, грустно, а может скучно. Враг подумал, враг был тока, написал фиктивный чек. И где-то в дебрях ресторана гражданин Епифана сбил с пути и с панталыку несоветский человек. Епифан казался жадным, хитрым, умным, плотоядным. Меры в женщине и в пиве он не знал и не хотел. В общем так, подручный Джона стал находкой для шпиона. Так случиться может с каждым, если пьян и мягкотел. Вот и первое задание. В 3:15 возле бани. Может раньше, а может позже остановится такси. Надо сесть, связать шофера, разыграть простого вора, а потом про этот случай раструбят по BBC. И еще, оденьтесь свеже, и на выставке в манеже к вам приблизится мужчина с чемоданом. Скажет он, не хотите ли черешни? Вы ответите, конечно, он вам даст батон с взрывчаткой, принесете мне батон. А за это, друг мой пьяный, говорил он Епифану, будут деньги, дом в Чикаго, много женщин и машин. Враг не ведал, дурачина, тот, кому все поручил он, был чекист из контрразведки и прекрасный семьянин. Да до этих шуток мастер, этот самый Джон Ланкастер. Но жестоко просчитался пресловутый мистер Пек. Обезврежен он, и даже он пострижен и посажен, а в гостинице советской поселился мирный грек.
и все. Это песня с пластинок первой, которые вышли в 87 году. Они назывались «Время выбрало нас». 4 диска, и вот там были 8 моих песен. Одну я сейчас спою. Все это можно было бы объединить песни с войны, но это как-то... Ну ладно. Когда солнце за скалы зайдет в этой дальней чужой стороне, мне гитара опять запоет о далеких друзьях, о тебе. Мне гитара опять запоет о далеких друзьях, о тебе. Аж еще не зажегся рассвет, нам с тобою пока суждены расставание на тысячи лет и свидание в антрактах войны. Расставание на тысячи лет и свидание в антрактах войны. Пусть за мною плетется беда, ты не веришь, что спасения нет. Ты ведь помнишь, в трамваях всегда отрывал я счастливый билет. Ты ведь помнишь, в трамваях всегда отрывал я счастливый билет. Я по огненным тропам хожу, жгу подошвы своих сапогов. Сколько песен еще напишу и друзей обрету, и врагов. Сколько песен еще напишу и друзей обрету, и врагов. Что же к песне добавить еще? Если б кончилось все наконец, я б, конечно, тогда предпочел гриф гитары цевью АКС. Я б, конечно, тогда предпочел гриф гитары цевью АКС. Но опять выполняя приказ, мы шагаем навстречу судьбе. До свидания, я в следующий раз допою эту песню тебе. До свидания, я в следующий раз допою эту песню тебе. А это что ли? Да я не их ищу, я тоже я забыл сегодня на лбу. Я это другой текст просто, Юр, сейчас. Я просто смотрю, что дальше. Так. Ну да, еще одна веселая песня. Тоже про контрразведку. Нет, это есть на старой песне. Забыл, что еще одна есть. Мы идем тропинкой очень узкой, и, наверное, ищет нас десант. Нас ведет наполовину русский сэр-Антони белый иммигрант. На тропинке нашей темной узкой КГБ вовек нас не сыскать. Сэр Антонио, как это по-русски? Эх, детей нет. Да, бедный твой мать. Там вдали за синей горою есть огромная страна США. Мы туда вернемся как герои, только бы добраться нам туда. Будем пить вино из чарок узких и красивых женщин обнимать. Эй, сэр Антонио, как это по-русски? Бедный твой мать. Папа отдал Джерри 2 миллиона, чтобы тот свободно мог жить. Спи, папаша, мальчики-шпионы Пентагон сумеют защитить. Не один гектар попортим кукурузки, буду знать, как штаты обгонять. Сэр Антонио, как это по-русски? Джонни продал ферму в Алабаме, записался Джонни в ФБР и сказал своей старушке-маме: мигом я смотаюсь в СССР. Не один гектар попортим кукурузки, будут знать, как фермы разорять. Сэр Антони, как это по-русски? 5. Ночь шумит, ночь тиха, шумит тайга тревожно, с вертолетов высажен десант. По тропинке нашей осторожно,
Нас ведет Антоний, иммигрант. Он предаст нас, этот полурусский, сдаст собака не за понюшку табаку. Сэр Антоний, как там вас по-русски? How do you do? Песни из первых, да тоже можно сказать, что для поднять настроение веселые. Хотя замкомандир у меня, как слышал про этот Чехвардак, хватал пистолета и говорит: вы сволочи, вы там, вы не знаете, сколько ребят в Чехвардаке положили, сейчас магнитофон вас расстреляю. Еле удавалось его говорить. Это светофор, помнишь его, Юр? Чего вы такие веселые песни? Ладно, такая. Как у нас в уеде Чехвардак, среди женщин шум и кавардак. Из Кабула к нам пришел отряд под названием «Кодовым каскад». Каскадеров я пошла смотреть и стояла, скрывшись за мечеть. Вдруг гляжу, идет ко мне один синеглазый молодой блондин. Лай-лай-лай-лай, ла-ла-ла-ла-лай, лай-лай-лай-лай, ла-ла-ла-лай. Вдруг гляжу, идет ко мне один синеглазый молодой блондин. Как взглянула я на шурави, так в душе запели соловьи. Позабыла стыд и шариат, говорю, пойдем со мной, солдат. И пусть ты не обрезанный кафир, только для тебя устрою пир. Спать с собою рядом положу и сниму не только паранжу. Лай-лай-лай-лай-ла-ла-ла-лай, лай-лай-лай-лай-ла-ла-ла-ла-лай. Спать с собою рядом положу и сниму не только паранжу. Но глядит печально шурави, ты меня, красотка, не зови. Наш начальник, грозный мошавер, заставляет спать нас в БТР. Глупый, неразумный шурави, ты минуты радости лови. Знаю я, в горах сидит душман, против русских точит ядоган. Лай-лай-лай-лай-ла-ла-ла-ла-лай, лай-лай-лай-лай-ла-ла-ла-ла-лай. Знаю я, в горах сидит душман, против русских точит ядоган. Шурави смеется, не пугай, всех душманов мы отправим в рай. На земле афганской будет мир, вот тогда мы и устроим пир. Пролетели дни, как листопад, и ушел в Кабул отряд каскад. А я жду, сгораю от любви, где ж ты, синий глазый шурави? Лай-лай-лай-лай-ла-ла-ла-лай, лай-лай-лай-лай-ла-ла-ла-лай. А я жду, сгораю от любви, где ж ты, синий глазый шурави? Стоит тех же далеких годов, начало 80-х. Называем песни «Каскада» и «Куоса» все вместе. Шагали каскадеры по склонам Гиндукуши, звучали разговоры все глуше и глуше. Богов они не верили, не верили в святых, а где-то там на севере подруги ждали их. Богов они не верили, не верили в святых, а где-то там на севере подруги ждали их. Не прячьтесь вы за шторами,
платок не жмите вышитым. Каскад гремит затворами, вы слышите? Вы слышите? А за стеною каменной собрались воедино и молча жрут баранину бандиты Гульбедина. Вдруг видят каскадеров, глаза огнем горят. Ведь это наши горы, откуда здесь каскад? Ведь это наши горы, откуда здесь каскад? Без страха и сомнения, ракетой небо высветив, каскад ведет сражение, вы слышите? Вы слышите? Жди, подруга милого, и жги свечу до полночи. Он сделал все посильное, он умирает молча, и смерть, косая сводня, уже за ним идет. Один погиб сегодня, а завтра чей черед? Один погиб сегодня, а завтра чей черед? Слепа судьба изменчива, под опустевшей крышею. В России плачет женщина, вы слышите? Вы слышите? Шагают каскадеры по склонам и долинам, и покорятся горы, о них споют былины. Вперед одна лишь заповедь горит в сердцах у них. В мешках патроны брякают, и фляга на двоих. В мешках патроны брякают, и фляга на двоих. Идут ребята бравые, других таких не сыщите. Идут за дело правое, вы слышите? Вы слышите? Перевал его полное название Курон-о-Мунжон. Там из Пакистана были практически свободный проход на границе с Афганистаном, оружие. Из Афганистана рядом, недалеко от Курон-о-Мунжона, Шохрон-о-Мунжон, там лазуритовые месторождения, шахты, где местные жители в полурабском состоянии добывали этот лазурит. Лазурит этот везли в Пакистан, продавали чистого лазурита, килограмм стоил $3000. На эти деньги покупали оружие и обратно его в Афганистан направляли. Вот. Перевал Карамунжон, нищий на карте мира, на 200-ке он пунктиром тонким дан. Только птицам виден он, что уходят легкокрыло зимовать на сопредельный Пакистан. Только птицам виден он, что уходят легкокрыло зимовать на сопредельный Пакистан. Перевал Карамунжон, лазуритовые шахты, караванная тропа по леднику. Здесь стоят со всех сторон горы древние на вахте, безучастные и к другу, и к врагу. Здесь стоят со всех сторон горы древние на вахте, безучастные и к другу, и к врагу. Перевал Карамунжон, здесь веками тихо-тихо облака катились по морю небес. Здесь мы лезли на рожон, и рассерженно и дико эхо вторило раскатом АКС. Здесь мы лезли на рожон, и рассерженно и дико эхо вторило раскатом АКС. Говорят, познай себя, мы познали много больше, жизнь оценивая заново свою. Что судьбы бывает нить, самой тонкой нити тоньше, и что счастье добывается в бою. Что судьбы бывает нить, самой тонкой нити тоньше, и что счастье добывается в бою. Говорят, были звания, ордена, были звезды на погоны, но не этим не забудется Афган. Сколько там осталось нас на камнях Карамунжона, столько в памяти невылеченных ран. Сколько там осталось нас на камнях Карамунжона, столько в памяти невылеченных ран. Перевал Карамунжон, нищий на карте мира, на 200-ке он пунктиром тонким дан. Только птицам виден он, что уходит легкокрыло зимовать на сопредельный Пакистан.
Так, ну ладно, это... Да дети тоже, как выяснят все, и внуки даже знают. Тихо, операция. Лазурит. Опять лазурит. Дыра, много гор и высоких перевалов, среди них Карамунжон. Лазурита там навалом, а еще басмачи, нам их надо выбивать, басмачи афганам, вашу мать. А еще басмачи, нам их надо выбивать, басмачи афганам, вашу мать. Там душманский отряд под командою Гулдода, а у них, говорят, ДШК и миномет, и только нам, парванист, нам на это наплевать, ДШК афганам, вашу мать. Только нам, парванист, нам на это наплевать, ДШК афганам, вашу мать. Вот ракета пошла, начинаем мы работу, лезем прямо с борта под огонь их пулеметов. Вот теперь поглядим, кто умеет воевать, перевал твою, афгана мать. Вот теперь поглядим, кто умеет воевать, перевал твою, афгана мать. Нас рассвет застает, запыленных и уставших, водка нас не берет, так что молча пьем запавших. Но зато, лазурита, Пакистану не видать, Пакистан твою, афгана мать. Но зато, лазурита, Пакистану не видать, Пакистан твою, афгана мать. И вернувшись домой, чтоб не все было забыто, мы захватим с собой по кусочку лазурита, чтобы, вспомнив, как было, с усмешкой мог сказать, лазурит твою, афгана мать. Чтобы, вспомнив, как было, с усмешкой мог сказать, эх, лазурит твою, афгана мать. Жара за хребтом Гиндукуша, над каменной сушью. Послушай, послушай, как плачут ветра за хребтом Гиндукуша, за каменной сушью. Послушай, послушай, как плачут ветра. Годы, свинцовые годы, бои да походы, да пули, да кровь. Это было, все было, обелиски, могилы. Предай же нам силы, земная любовь. Это было, все было, обелиски, могилы, предай же нам силы, земная любовь. Война за плечами, но снова ночами, к нам однополчане приходят во снах загорелые лица. Синева на петлицах, и пыль на ресницах, и соль на губах, загорелые лица. Синева на петлицах, и пыль на ресницах, и соль на губах. Память как рана, рана нам Афганистана
забыть не дает. За хребтом Гиндукуша над каменной сушью. Послушай, послушай, как ветер поет. За хребтом Гиндукуша над каменной сушью. Послушай, послушай, как ветер поет. Время, доктор, время лечит раны. Но открою тайну вам, друзья. По Афганистану я скучаю, честно говоря. По Афганистану я скучаю, честно говоря. 30 лет погоны капитана, а вокруг не русская земля. По Афганистану я скучаю, честно говоря. По Афганистану я скучаю, честно говоря. Знойные пески Регистана, Бадахшана алая заря. По Афганистану я скучаю, честно говоря. По Афганистану я скучаю, честно говоря. Каменные Будды Бамиана, над рекою Кокча тополя. По Афганистану я скучаю, честно говоря. По Афганистану я скучаю, честно говоря. Гиндукуша, горы, великаны, а в долинах рис и конопля. По Афганистану я скучаю, честно говоря. По Афганистану я скучаю, честно говоря. Видел я потом другие страны, видел океаны и моря. Но по Афганистану я скучаю, честно говоря. По Афганистану я скучаю, честно говоря. Пусть порой болят былые раны, время было прожито не зря. По Афганистану я скучаю, честно говоря. По Афганистану я скучаю, честно говоря. Песня исполнена Юрием Кирсановым, тоже начало 80-х. Там четкое указание, кто такой каскадеры. Клубится пыль и шорохом колес. Мы разрезаем тишину рассвета. И шепчет Бог, куда их черт понес. Ну что не спится им на свете этом. И шепчет Бог, куда их черт понес. Но что не спится им на свете этом. Рвет мотор, ему не по нутру взбираться на горбатую вершину и выиграть спор, не оборвав струну, не показав вершине нашу спину. И выиграть спор, не оборвав струну, не показав вершине нашу спину. Петляет зайцем горная река, и водомет наш парус и надежда. Бурлит в бойницах мутная вода, но мы ползем уверенно, как прежде.
бурлит бойница, мутная вода. Но мы ползем уверенно, как прежде. Опасный склон, завыли тормоза. Но БТР, держись еще немного. Из-под колес закапала слеза. Дорожкой масло в пыльную дорогу. Из-под колес закапала слеза. Дорожкой масло в пыльную дорогу. Но вот объект исходу прямо в бой. КПВТ исполнил сольный номер. И снялись мухи огненной стрелой. И в цель помчались, как на ипподроме. И снялись мухи огненной стрелой. И в цель помчались, как на ипподроме. Папаша Бог застыл на небесах. Да, но не поседы, что мне с ними делать? Нет, еще пропустил я одну. Сейчас, и тут не написано, кстати, сейчас. Да, правильно, спасибо. Распахнут люк, слепит нас синевой. В припадке содрогнулись автоматы. И, как всегда, с холодной головой пошли вперед дзержинского солдаты. И, как всегда, с холодной головой пошли вперед дзержинского солдаты. Папаша Бог застыл на небесах. А вот непоседы, что мне с ними делать? Пошлю им след, удачу в паруса. Пусть будет жизнь, награда им за смелость. Пошлю им след, удачу в паруса. Пусть будет жизнь, награда им за смелость. Куда бы нас с тобой ни занесло, мы пронесем удачу как награду. Мы среди живых, нам значит повезло. Папаша Бог дежурит по каскаду. Мы среди живых, нам значит повезло. Папаша Бог дежурит по каскаду. Может быть, это и шуточная песня, не знаю, да. Смотря как посмотреть, как говорится. Ну, это о нашем житье-бытие, так что веселое, не веселое, это уж. Эх, куда же ты попал, каскадер? Что ни шаг здесь, то дувал, то забор. За дувалами ханум и духтар, а над крышами солярный угар. За дувалами ханум и духтар, а над крышами солярный угар. Ишаки орут с утра до темна, им с мечети подвывает мула. И слоняются весь день рафики, от базара и до кокчерики. И слоняются весь день рафики, от базара и до кокчерики. Здесь не ведая тревог и забот, в чиханечии гоняет народ. Обсуждают целый день, что почем, а душманы вроде им ни почем. Обсуждают целый день, что почем, а душманы вроде им ни почем. А это что за чучело в паранже? Двух валов гоняет вдоль по меже. Ах, эта женщина, афганская мисс, обрабатывает землю под рис. А эта женщина, афганская мисс, обрабатывает землю под рис. А у дуканщиков басмачистский вид, ободрать тебя любой и норовит. Отдать бы в лоб ему, да только нельзя, потому как революция. Дать бы в лоб ему, да только нельзя, потому как революция. Автоматы заржавели давно, про войну мы видим только в кино. А из центра за приказом приказ
не пускать на операции нас, а из центра за приказом приказ не пускать на операции нас. Ой, слава богу, БТР на ходу, до Майдана как-нибудь доведу. Вертолетчики, ребята своим не дадут загнуться мне от тоски. Вертолетчики, ребята своим не дадут загнуться мне от тоски. Эх, куда же ты попал, каскадер? Что ни шаг здесь, то дувал, то забор. Задувал и механум, и духтар, а над трубами солярный угар. Задувал и механум, и духтар, а над трубами солярный угар. Спасибо. Вот, да. Значит, мой старый и надежный боевой товарищ, человек, похожий на Юрия Ивановича, у меня все друзья, сейчас они только похожи на всех там. Верстаков придет, только похожий на Верстакова люди. Но он, вот человек, который похож на Верстакова, он собирался, в мыслях у него была твердая мысль, жениться вот на этой прекрасной женщине, ее зовут Наташа, вот сидит, посмотреть туда. И он написал песню. А Джилгар в этой песне будет звучать. Это над нами стоял Джилгар, гора маленькая, потом Джилгар большой. С маленьким стояла там батарея была минометно-зенитная, которая нас как бы прикрывала там с голым. Юра и Наташа, это вам посвящается Юрина песня. Я просто ее исполняю. А вот, ну не знаю как, а вон там. Вот-вот-вот, да, вот девушка прекрасная, которая пела про маленькую, это действительно моя любимая песня, «Маленькие тюлени», Ирина. Вон она сидит тоже рядом. Но тогда не было у Сорочкина ни детей, ни внуков, ни жены. Но писать он уже писал. Над Джилгаром зашла луна, серебром на кокчи расписалась. Я в картинках цветного сна вспоминаю, как ты смеялась, по последнему снегу шла, собирала его в ладони, улыбалась, когда весна каплей падала на подоконник. По последнему снегу шла, собиралась его в ладони, улыбалась, когда весна каплей капала на подоконник. Завтра сдавленный крик ишака или гулкие мин разрывы мне напомнят прямо с утра в Файзабаде лишь сны красивые. Ну а вечером грусть и тоска наплывет под гитарой пенья. А сегодня мне нет письма, что поделаешь, невезенье. Ну а вечером грусть и тоска наплывут под гитарой пенья. А сегодня мне нет письма, что поделаешь, невезенье. Спят тревожно мои друзья, каскадеры грустить не умеют. Я во сне вспоминаю тебя, ту, которую ждет и верит. Над Джилгаром зашла луна, серебром на кокчи расписалась. Я в картинках цветного сна вспоминаю, как ты смеялась. Над Джилгаром зашла луна, серебром на кокчи расписалась. Я в картинках цветного сна вспоминаю, как ты смеялась. Вот, спасибо, Юрий Иванович. Человек похож на Юрия Ивановича. Да, ну вот такая песня. Веселая песня.
прыгающий маленький патрон. Это автомат калибра 5.45, который потом был в вооруженных сил запрещен под ножом американцев. Мол, негуманное это оружие. Прыгающий маленький патрон, это было такой. Короче, прыгающий маленький калибр 5.45 попадает в пятку, выйдет он неизвестно где, намотав на себя все, что может по пути. Практически не лечится ранение, потом сократили. И у него еще большая скорость, более 700 метров в секунду. Значит, попадая в лимфатизм, ну, я так и не буду натуралистить. Ну, в общем, американская часть негуманно. И потом их убрали. Вооружен был спецназ калибром 5.45, вот мы, в частности. Вот это называется «Прыгающий маленький патрон». Песня начала 80-х, тоже из песни с первого-второго каскада. И о судьбах. Там действительно есть вспоминания, сейчас поймете почему. Кто только не был, каких только люди профессий, откуда только они не были в каскадах, со всех уголков необъятной страны, сюда собрались мы под знамя каскада. И профессии были разные. Кто-то учился и не знал, что окажется в составе диверсионной группы, и не мечтал, не надеялся, но так уж сложилась судьба. Там упоминание. Холодный дождь стучит по крышам, по стеклам каплями звенит. Застыл дежурный автоматчик, на мир ночной прицел глядит. Стоит, как памятник гранитный, а мы за струями воды. Комбинезон на нем защитный, под низом ватные штаны. Я люблю строение автомата, нравится мне, как стреляет он. И роднее мне родного брата прыгающий маленький патрон. Глядит он пристально и строго, никто не смеет подойти. Но только б знал бы кто, как долго пришлось ему на пост идти. 6 лет медвуза за спиною, судьбу злодейку уж не вскрыть. 6 лет потраченных впустую, назад уже не воротить. Я люблю строение автомата, нравится мне, как стреляет он. И роднее мне родного брата прыгающий маленький патрон. Пусть в штабе командир надежа решает, как нам дальше быть. Дежурный автоматчик лежа огнем сумеет всех прикрыть. Пока что надобности нету, стоит он каменным столбом. Приклад прижался, как собака, меж третьим и вторым ребром. Я люблю строение автомата, нравится мне, как стреляет он. И роднее мне родного брата прыгающий маленький патрон. И роднее мне родного брата и брака прыгающий маленький патрон. Песня про Афганистан. У меня есть в прошлый раз долг. Я сказал, что в следующий раз пою. Света, вот. Песня написана другом моим покойным. Вы знаете, я много песен его пел, еще многое спою его. И, может, надеюсь, когда-нибудь получится у нас выпустить его книгу памяти Сергея Гордеев. А песня называется «Света». Про Афганистан. Там и такие встречи бывают, совершенно неожиданные. Маленькая страна. И с кем и с чем столкнешься, не знаешь, поэтому... Я смотрю на фотокарточку, там на ней наш старый дом. Мы с девчонкой в белом фартучке первый раз идем вдвоем. У нее в косичках бантики, я несу ее портфель. Все же были мы романтики,
где романтика теперь? Света, Света, соткана из света ты, где вы, кудри русые, зеленые глаза? Где ты, памятное лето то? Нам, моя любимая, забыть его нельзя. Все мечтали стать героями, смелым беды нипочем. Я, конечно, стану воином, станет девочка врачом. Мы с девчонкой дружбой связаны, всюду были заодно. По деревьям вместе лазали, вместе бегали в кино. Света, Света, соткана из света ты, где вы, кудри русы, зеленые глаза? Где ты, памятное лето то? Нам с моей любимой забыть его нельзя. Но с годами повзрослели мы, вот уже 10-й класс. Наша дружба не потеряна, перешла в любовь у нас. Кто же знал, что жизнь завертится, разбросает всех она. Но опять поможет встретиться нам афганская война. Света, Света, соткана из света ты, где вы, кудри русы, зеленые глаза? Где ты, памятное лето то? Нам, моя любимая, забыть его нельзя. Был в бою жестоко ранен я, но спасли меня друзья. Нет симпатии на свидание, вдруг пришла любовь моя. С грудью я лежал простреленной, неудачным был тот бой. Любовь в халате беленьком наклонилась надо мной. Света, Света, соткана из света ты, где вы, кудри русы, зеленые глаза? Где ты, памятное лето то? Мне, моя любимая, забыть его нельзя. Я в бреду на койке мучился, смерть меня толкала в гроб. Кто мог знать, что так получится, что положит мне на лоб свою руку эта женщина и забьется сердце вновь. Но с другим была повенчана моя первая любовь. Света, Света, соткана из света ты, где вы, кудри, кудри русы, зеленые глаза? Где ты, памятное лето то? Надо бы забыть его, да вот никак нельзя. Где ты, памятное лето? Надо бы забыть его, да только вот нельзя. Значит, эта песня уважаемый мой и очень любимого человека, и автор-исполнителя, и географа, и ученого Александра Городницкого. Я наглость имел изуродовать эту песню немножко. Я знаю. Ну, как я знаю Городницкого, вы спросили, вот здорово. Если подошла ко времени песня, значит, куда-то там, то нормально. Так что я могу считать... Я с ним давно знаком, но на разрешение на эту песню получил через третьих лиц и пою. В чем тут соль-то? Вот? Дело в том, что приезжали ребята отовсюду. А они были везде. У нас эмблема такая, весь земной шар, зона ответственности. Ну и кто где был? Извините. И я добавлял куплет по мере того, кто откуда приезжает, возвращается. Ну она вообще-то про жену французского посла и послов, послиц, вернее, всех других послов, которые не остались равнодушными к боевым, да-да-да, не остались равнодушными к боевым подразделениям, да я ее помню наизусть, к боевым подразделениям выпила. Ну, что поделаешь, женщины везде, женщины есть, а диверсанты – диверсанты. Помните песню переделали так: первым делом будем портить самолеты,
А дальше знаете, да? Вот, не буду говорить, тут дети сидят. Мне не Вали снятся и не Гали, не родные реки и леса. В Сенегале, братцы, в Сенегале я такие видел чудеса. Ох, не слабо, братцы, ох, не слабо, плеск волны, мерцание весла. Крокодилы, пальмы, баобабы и жена французского посла. По-французски я не понимаю, и она по-русски нифига. Но так прекрасна грудь ее нагая, и стройна высокая нога. Не нужны теперь другие бабы, всю мне душу Африка сожгла. Крокодилы, пальмы, баобабы и жена французского посла. У нее глаза синее море, губ рубины, зубы жемчугам. И себе, наверное, на горе я приехал в этот Сенегал, где нагие бродят папуасы, где ракочет теплая волна, где кокосы, пальмы, ананасы и посла французского жена. Дорогие братцы и сестрицы, что поделать мне с самим собой? Все один и тот же сон мне снится, широко, форматный и цветной. И в жару, и в стужу, и в ненастье он сжигает душу мне дотла, а в нем постель распахнутая настежь, и в ней жена французского посла. Ох, не нужны теперь ни Вали, и ни Вики, и Вероники тоже не нужны. Вот в Мозамбике, братцы, в Мозамбике, там говорят совсем другие сны. Там крокодилы, пальмы, бегемоты, солнце зной и больше ни шиша. Там мошкара, москиты и болото, но и жена посла из США. Ну, в общем, грустная песня о том, что... приходится расставаться, а потом долго вспоминать, что, может быть, самое лучшее прошло мимо, а возвращаться, как в речку, два раза не войдешь. Но все равно такая светлая тоска остается. И мы ее носим себе до конца жизни. Особенно, когда уезжаешь надолго, неизвестно, вернешься ли. А вернувшись, тянет туда, куда раньше совсем не хотелось. Но почему тебя туда? Чего-то манит. Здравствуй, это я. Прости, без приглашения. Но сегодня 5 февраля. Я хотел тебя поздравить с днем рождения, что давно не празднуешь, а жаль. Постоим немного у дверей. Я лишь на минуточку, прости. Так бывает в жизни у людей. Вновь пересекаются пути. Да я загляну в твои глаза. Помнишь, я когда-то в них тонул? Помнишь, как однажды нам разлуку нагадал авиабилет Москва-Кабул? Сколько зим и сколько долгих лет, если год за три пересчитать. Да я не упрекаю, что ты нет, не имею права упрекать. Как живешь? Надеюсь, все в порядке. Замужем, писали мне друзья. Помнишь, как с тобою в нашем парке прятались под кленом от дождя? Я запомнил вкус того дождя на губах испуганных твоих. Не смотри тревожно на меня, я от этих губ почти отвык. Очень изменился, что же может быть? Старит нас чужая сторона.
Там живут, не прячась от судьбы. Потому до срока седина, что тебе расскажешь о войне? Надо ли рассказывать сейчас? В следующий раз я все скажу тебе, если будет в следующий раз. Счастлива ли ты? Вопрос из киноленты, где героев сводит хэппи-энд. Так в кино, а в жизни проездные документы. Снова на Кабул через Ташкент. Вон гудит таксист, не может больше ждать. Видно, мало дал ему на чай. Вот и все, меня не надо провожать. Я пошел, будь счастлив, прощай. Вон гудит таксист, не может больше ждать. Видно, мало дал ему на чай. Вот и все, меня не надо провожать. Я пошел, будь счастлива, прощай. Песня, конечно, но я ее спою, потому что я долго-долго не пел ее. Это размышление. В Афганистане мы не знаем об этом, но когда приехал, уже было много песен написано. И нашими ребятами, и солдатами, и офицерами по всему Афганистану. Просто долгое время эти песни никто не сводил воедино. Некоторые были запрещены к вывозу вообще. На таможне отбирали записи, кассеты, там еще чего-то. Песни были много написаны. И у меня друг есть замечательный, я упоминал как-то его, замечательный товарищ, блестящий аналитик, который 8 лет в Афганистане с вами пробыл, Олег Иванович Брылев. У него собрано больше 2000 песен на кассетах. Больше двух. И к нему приезжали из Новосибирска давно, правда, прошлом. Профессор какой-то, значит, с аспиранткой, они 2 недели сидели, песню слушали, психологический портрет воина. Ну, знаете, это же мозаика, вот когда говорят, что вот такие песни, вот такие есть Афганистан. Неправда, все песни есть Афганистан. Если все вместе сложить, получишь подлинные картины. Хотите по годам, по дням, по событиям, все это ясно и видно, была бы у кого охота все это делать, поэтому... Вот песня такая. Причем говорили некоторые замполиты, кто поумнее, запрещали. Чего вы там, вот, вы там песни пишете, ни черта не делаете. Вот. Про меня написал мой друг хороший, когда выдвигался на должность губернатора Рязани Морозов Игорь Николаевич. Редкостные, не буду говорить, кто тут дети сидят. Всю жизнь у меня в ногах болтался, и жизненный путь у него такой же. Ходил с гитарой там, даже песни пел, даже писал какой-то там. Правда, один раз ляп допустил, и пришлось ему переделать с 51 года на 56-й свой. Он, видите, его говорящий галактик, блинообразный, морда у него такой хитроумный, рожа такая. Тоже полковник разведки, он рвал свой партбилет в 89-м, а я нет, я до сих пор член КПСС. Подонки везде бывают разные. Вернее, они везде подонки одинаковые, но бывают везде там. Ну вот. А мои друзья боевые, которые их спросили там, оппозиция была ему. Интервью. Мне прислали потом, там написано. Да, говорит, был такой Морозов, Краснобай и Баламут. Болтался с гитарами между нашими палатками. И весельчак, да. Вот скотина, да, тут такой. А он знал меня очень хорошо, знал, знает до сих пор. Да я ему об этом не говорил ничего. Ну, короче, между палатками я не болтался. Мы на вилле жили, кстати. Если он болтался где-то между какими-то палатками сам. У меня было масса... Я не доезжаю птичьих до Рязани, меня тормозили, машину все вот так смотрели. Милиция. Че это все искали? Вот все равно Шпаку проиграл там. Мы. Но сейчас опять вылезает Совет Безопасности. С умными размышляет. Кто ты, блин?
позорит фамилию славную. Ну вот о том, что... Что мы там песенки все распевали. Да, распевали песенки. А надо же как-то чего делать. Не все же время водку пить. Да? Иногда и выпив приятно спеть. Это как нагрузку снимает. И лишь для того, кто пишет. Чтобы не сойти с ума. Так. Ну, вот такая песня. Автомат и гитара на афганской войне. Кто-то скажет, не пара, там романтики нет. Я не спорю, поверьте, но хотел бы спросить, а когда вам когда-нибудь в рейды доводилось ходить? Вы считали неделю до отлета домой? Вы когда-нибудь ели сухпаёк фронтовой? Не в туристских походах, не в лесу у костра, там беднее природа, но сильнее ветра. Там пылают пожары, и в жестоком бою громче всякой гитары сами скалы поют. Вам знакома усталость после трудного дня? Если это случалось, вы поймете меня. Да, романтики нет там, есть работа и кровь. Кто-то верил в победу, кто-то верил в любовь. Кто-то знал, что вернется, да упал под огнем и струной отзовется наша память о нем. Неизученные свойства наших душ на войне. Кто-то вредил геройством, а мы пели про снег, про края, где родились, да про шорох берез, и совсем не стыдились с пылью смешанных слез. Вам не ведавшим вроде нет причины тужить, вы спокойно живете, нам уж так не прожить. Нам не выйти из боя, не вернуться назад и гитар не настроить на лирический лад. Боевые гитары, я вам песню пою. Да, гитара не пара, автомату в бою. Но поправ все законы, в этом мире скупом вы горели в колоннах, задано с игроком. Воздырявили пули и осколки секли, грифы тонкие гнули, но сломать не смогли. И вдали от союза вы в руках у солдат доказали, что музы на войне не молчат. Автомат и гитара на афганской войне. Кто-то скажет, не пара, не типичный дуэт. Я не думаю спорить, петь о том или не петь, мне гитару настроить, надо к бою успеть. Да. Так. Да. Друзья, значит, времени у нас... Понятно. Да я возьму и с собой вот следующую тогда спою. Просто не успеваем, потому что на 6 часов отсюда уже выйдем. У нас следующая встреча. Приходите, будьте добры. Ждем вас всегда. 4 мая в 15 часов, это суббота. Марта, да. Да, до мая сам не дотерплю. 4 марта здесь же, в тот же час, в субботу. И с наступающими праздниками, большими. С Новым годом! Кончается дважды високосный год. Вот 2014, он дважды високосный. А в следующем году я желаю, чтобы во всем, хоть немножко, но было лучше, чем в уходящем. Здоровья доброго прежде всего, всем вашим чадам, домочадцам.
До встречи, дорогие мои. Спасибо вам за внимание. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо. Огромное вам спасибо. Добра вам и до новых встреч.